Добрый день! Сегодня мы рассматриваем флис женский, первый сорт. Размеров очень много, разные, очень красивые все. Итак, это у нас 46-48, флисовая кофта с капюшоном. Посмотрите, здесь есть подклад. Замочки работают. Внутри кофта выглядит вот с таким вот подкладиком. В принципе, состояние хорошее. Далее, кофта флисовая. H&M, размер L, замочки также все работают, с карманами. Состояние тоже хорошее, это первый сорт. Далее у нас толстовочка, размер 46-48, замочки тоже все работают. Такая вот XL кофта. Вот здесь вот немножечко попало. Состояние тоже хорошее. Кофта размер S, актив. Вот такая вот у нее интересная отделка, кармашки. Есть чуть-чуть небольшое загрязнение, но вы видите, оно все убирается. Интересный фасон кофты. Это 42-44. Такая спортивная кофточка. Все работает. Внутри кофта выглядит вот таким вот образом. Такая ближе к классике кофта. Ветровочки попадаются. Вот здесь вот есть небольшой, видите, сыпется чуть-чуть вот отделка. Ну, вот это первый сорт. Размер L. Флисовая кофта Эсмара, размер L, в хорошем состоянии, видимых дефектов здесь нет. Ветровочка, опять-таки же, хорошая ткань, непродуваемая, внутри она с флисом, очень такая приятная. Размер 46-48, замочки также все работают. Кофта, шикарная кофта, мне очень понравилась. Так, размер XL и размер тоже шикарный. Посмотрите, отделка на рукаве солнышко. Вот такая вот кофта. Очень хорошая. Прямо классная. Так, не уходите. Это еще не все. Продолжаем. Далее, мужская ветровка XL размер. Замки также работают. Внутри выглядит флисовая подкладка. Плотный материал такой прямо. Плотные замки работают. Безрукавочка флисовая на теплый вечер. Размер S. В нашу погоду не угадать, лето или осень покупать. Итак, еще одна ветровка. 164 ростовка, ну, размер 44-46. Внутри подклад из флиса. Состояние также хорошее. Вот здесь есть флиска, вы можете убавить. Флисовая кофта, размер 46, такой тонкий флис. Здесь есть небольшое загрязнение, но если потереть, вы видите, оно все убирается. Такой тоненький прямо флис под курточку. Красивая кофта, такой плотный очень флис. Размер XS, капюшон. Так, замочки также все работают. Под спортивной вид эта кофта очень плотная. Также плотненький флис. Посмотрите на замочки. Нет, есть собачка. Так, размер 46-48. Также состояние неплохое. Ветровка. Такой же плотный материал. Посмотрите, внутри есть замочек. Вот такой вот потайной. А размер 40-й. Здесь есть такая штучка. Видимо, тоже что-то прицепляет. С козырьком есть капюшончик. Замки все работают. Внизу есть кулиска, чтобы это все подогнать по фигуре. Кофта. Размер даже 50-52. Такого плотненького она флиса. Здесь чуть-чуть небольшие катушки, но это первый сорт. Это, в принципе, допускается. Зато размер очень хороший такой. Так. Дальше у нас кофта, замки все работают, а размер также 48-50. Посмотрите, здесь есть еще один потайной кармашек для каких-либо мелочей.
Женская кофта, размер S. Внутри она выглядит вот таким вот образом. Замочки все работают. Интересная кофта, спортивная, шерстяная. Ветровка, размер LXL. Замочки все работают. Состояние хорошее. Вот здесь вот чуть-чуть есть небольшое загрязнение, но это пылевое загрязнение. Оно убирается очень, в принципе, быстро. Чуть-чуть приложить ручки и все. Кофта, тонкий флис XXL. Вот такая вот она, красивого цвета, яркого. Кофта, она вязаная, но внутри как флис подклад. Очень теплая. Нет катышков, размер 40-й, 42, замочки все работают, состояние очень хорошее, не вижу никаких дефектов. Флисовая кофта, также размер 42-44, тонкий флис, замочки работают, тоже состояние хорошее. Ветровка размер S, внутри вот такой вот небольшой как подклад, гладкое внутри все. Замки работают. Здесь кармашки. Также на кармашках есть замочки. Кофта спортивного вида. Посмотрите, здесь с кармашками. Внутри кофта выглядит таким образом. Размер 46-48. Очень красивая. Не вижу никаких катышков здесь. Ветровка мужская, вот видите загрязнение, оно быстро убирается, это также от пыли загрязнение. Размер S, внутри флисовый подклад, здесь утепление идет. Кармашки все работают, есть вот такой кармашек для мелочей. Капюшон отстегивается, на капюшоне есть кулиска. Также можно здесь убавить, прибавить рукав. Внутри также внизу есть кулиска. Кофта XL, внутри выглядит так, но видно, что, конечно, уже немножечко так, не совсем свежа, а снаружи, в принципе, выглядит хорошо. Чуть-чуть вот небольшое пятнышко, но я думаю тоже, что это отстирается. В принципе, выглядит кофта неплохо, но вот этот материал сам по себе, он очень быстро скатывается. Так, кофта размер у нас LM. Замочки работают. Здесь небольшие есть катышки, но они очень легко убираются. Это от одежды, с которой лежала эта кофта. Вот здесь также видно небольшие катышки. В принципе, состояние неплохое. Ну, почистим. Также кофта, замочки работают. Внутри очень мягкий такой материал. Теплый, как пушистый. Размер 42-44. Замочки работают. Кармашки, в принципе, тоже неплохо выглядит. Вот здесь маленький такой, ну, нет, я уже убрала его. Ветровка мужская или женская, выглядит шикарно, замочки все работают. Так, внутри под флис, плотный материал, размер 44-46М, внутри кулиски. Опять белая кофта, она сверху она не флисовая, внутри она флисовая, сверху такой материал гладкий, тянется, размер M, замочки работают, в принципе, без, нет, вот и видите, небольшие, но опять-таки же это от мешка, почти я убрала все. Спасибо за внимание, подробности об этом лоте можно посмотреть под видео.